Идем далее. Горсть монет, листы бумаги и большое доброе сердце. В Краснодаре участники автоклубов исполняют мечту маленькой девочки, которая умерла от рака в январе прошлого года. 10-летняя Соня Рыбина мечтала, чтобы на каждой остановке общественного транспорта висели объявления с монетами. Ведь каждый должен вернуться домой. Но что делать, когда на проезд не хватает буквально 1 рубля? Татьяна Леонова продолжит. Если вам не хватает на проезд, возьмите монетку. Пусть весь мир станет добрее. Именно эти слова можно прочитать на объявлениях, которые расклеили ребята из автоклубов Краснодара. Добровольцы прошли около 20 остановок общественного транспорта и на каждой оставили послание для тех, кому действительно нужна помощь. Пришла идея в голову, мы решили поставить сюда этот хэштег, чтобы людям реально, как бы, может, напутствие какое-то было. Официальный хэштег вот «Мечта Сони Рыбиной». Это вот как звали девочку, ее фамилия. Любая благотворительная акция, нужно ее продвигать, и чтобы у людей было это на слуху, а не просто так, что кто-то в интернете увидел, а кто-то не увидел. То есть максимально продвинуть любое благотворительное движение. Ну как я, для чего это делаю? Ну мне нравится это. Ну вот, вот реально мне это нравится. Другие автоклубы Краснодара будут присоединяться вообще? Ты хочешь запустить такой марафон в нашем городе или как? Мы хотим запустить не только в городе, но еще и максимально край. Возможно, получится и на всю Россию заявить об этом челлендже и заново его продвинуть. Этот флешмоб начался еще летом 2019 года в разных уголках нашей страны и в Краснодаре в том числе. Но время прошло, и про мечту девочки забыли, а ребята решили напомнить и запустить новую волну добра. Я думаю, ничего сложного, как бы сделать доброе дело, поддержать как бы своих друзей, и в том числе поддержать людей, у которых, например, не хватает там пару рублей, и то точно так же они могут в любой момент поддержать нашу акцию. И, кстати, такие желающие уже есть. Бывали такие случаи, что не хватало рубля, и ты просто звонила, там просила, ну, не хватает там 2-3 рублей, и не давали как бы их. Хотели бы, чтобы акция присоединилась, и тоже, может быть, устроечно им такое. Почему бы нет? Такую акцию, может быть, у себя на остановке было бы желание наклеить подобное объявление там с монетками? Ну, почему, да, можно было бы, конечно. Конечно, добрые дела возвращаются, и надо больше добрых дел делать. Затраты на это ушли, кстати, минимальные. Всего ребята расклеили 20 объявлений. Здесь на одном объявлении 20 рублей. То есть ушло у ребят на всю эту акцию около 400 рублей. Так что присоединяйтесь и не забывайте, что добро может начинаться с самого простого. И делать его может каждый человек. Татьяна Леонова, Алексей Товстенко, телекомпания «Краснодар».